Ивлеева, Басков. Когда я уже приду туда? Давай, твоя видеовизитка. А что я о себе могу сказать? Я классный и все. Четкий? Четкий, классный, позитивный. И совсем, в твоем этом... Совсем не дотягиваю, но в твоем сегменте. В моем сегменте, абсолютно. Да. Ты, кстати, похудел, поэтому ты точно в моем сегменте. Короче, мы сегодня будем бороться с обычными зрителями, которые будут бороться против нас, и либо мы будем выигрывать бабки, либо проигрывать. В эту баночку будет складываться мой выигрыш, а потом... Да подождите с имскипом, блядь. Вот эту вот баночку с водой. Вам что, Басков не нравится, что ли? То есть они размухнут, разбухнут, да, еще увеличатся. Верно, совершенно хороший верно. Банк. У нас есть банк-шоу. Короче, чтобы всем все было понятно, давай начнем. Давай. Начнем, пожалуй. Коля, давай! Хотя бы один кувырок. Знаешь, если один раз кувырнуть, я потом все бабки потеряю. Ну будущее. Давай, чтобы ты забрал свой куш. За такие копейки, такие риски. Коль, подожди, вот так, я пытаюсь понять, в чем суть. Возможно, это можно будет украсть и сделать на стриме. Как шоу, понимаете? В прямом эфире. Так ты хочешь, чтобы я убился здесь? Я тебя страхую. И такое впечатление, что это Киркоров шоу сделал. Чтобы я убился здесь. Ты скипнул суть. Да блять! Выполняй за 13 тысяч. Угу. Еще 10, да? Как-то я не понял. А кто у вас дома так все... Пишар! Меня зовут Арина Грибалева, мне 20 лет. Я из города Благовещенска, но живу в городе Санкт-Петербурге. И у меня есть такой интересненький челлендж для наших звезд. Стоп. Она достаточно милая, сидит дома, 20. И что это может быть? А чего смутило? Нашей страны. А чего смутило? Ну 20, делать, и что? Ну давай я сделаю этот челлендж. А сколько? Тысяч, я выполню 10 тысяч. Я ей 15? Выполню, да? Его за 12. Блядь, а я тоже выгляжу на 14, и что? А мне 28 вообще. А, еще 10, да. Подожди, то же самое же Модестал вроде делали, нет? Типа им подписчики присылали челлендж, типа задание, мол, вот выполни, да? Я это сделал, теперь сделай ты. И они повторяли, типа, за своим зрителем, нет? Как-то я не понял. Нет? А кто у вас дома так все хозяйства ведется, да? Ты выглядишь на 25-26. Ага, блядь, по пизде нахуй. Покажи мне человек, который бы в 25 выглядел, как я. Кто? Смотри, у тебя есть возможность... Вот, ему нахуй тоже 25, смотрите, выглядит на 40. Я. Ага, у тебя вообще 13, что-то там это. Выполняй... А, даже он сказал 13. 13 тысяч. Угу. Удачи. Ёбаный рот! Так, в смысле, что за бред? Тут же без подготовки никак такое не сделаешь. Это же бессмысленная херня. Как ты, человек, который никогда не делал сальтуху, блядь, вдруг возьмешь и сделаешь сальтуху? Это или минус шея, или минус шея, или минус шея, или минус позвоночник, и ты инвалид. В этом и суть. Блядь! В этом и суть! Дать задание, которое выполнить невозможно! Охуенно! Ну это пиздец. Давайте это пиздец. Поддержим Колю. Коля, давай! Хотя бы один кувырок. Знаешь, если один раз кувырнуть, я потом все бабки потеряю. Ну будущее. Давай, в это и суд. Забрал свой куш. За такие копейки, такие риски. Коль, ну давай попробуй. Так, невозможно. Так тут даже места нет, чтобы это ты сделать. Хочешь, чтобы я убился здесь? Я тебя страхую. И такое впечатление, что это... Давай, поехали. Я уже даже не помню, как это она делала-то, блин. Она не думает. Ни хрена себе она не думает. Конечно, она не думает, ей 20 лет. Смотри. Да не сделаю я это, блин, я что? Ну ты что вообще? Это какой? Это все челленджи такие будут? Нет, все. О, блин, да что для этого Коли 13 тысяч рублей? Что это? Да для него это деньги, что ли? Конечно, он лучше эти деньги отдаст. Ну серьезно, блин. Вот если бы там ставили другие суммы. Коля, давай, вот 13 миллионов! Или не, ну как бы делаешь, да? Или 13 миллионов давай. Да он бы нахуй тут так бы завертелся сразу, блять. Она бы сама охуела, ты девочка. Он бы тут, блять, вот такие вот кульбиты, блять, выкрутасы нахуй фокусы показывал. Он бы тут вообще, блять, закрутился бы, как этот хомяк в колесе, блять, бегал бы туда-сюда. Ты отказываешь. А ты делаешь? А то мотивации-то никакой нет. 13 тысяч, блять, да я сейчас в унитаз смою, мне вообще похуй, блять. Ну так что? Ну все. Ну что? Деньги уходят я, Арине. Он. Арина, дорогая, поздравляю именно тебе. Блядь, ну это неинтересно, сука, он даже не попытался. 13 тысяч рублей, ты у нас пока первый победитель. Мои аплодисменты. Даже сначала шар, потом рулетку. Да. Ты играл когда-нибудь в казино вообще? Ну конечно. Много раз?
Ну, я на чужие играю всегда. Проигрывал чаще, Dragon чем Money. Выигрывал? Не, на чужие я выигрываю, когда на свои никогда не выигрываю. Так, смотри, семерочка. Губа, нога. Всем привет, меня зовут Юлия Ганьшина, мне 21 год, и я журналист из Рязани. Давай тоже будем повторять, Сколько? Давай, твоя ставка первая. Давай, ну, наверное, это не шар хотя бы будет. Ну, 10 тысяч я ставлю на губа не дура. Губа не дура. 10 тысяч, бля, какой 20. Жадный, ёбаный. Что, будешь перебивать меня? Слушай, у тебя нормальная нога, хорошая губа. Ну давай, работай. Красить губы может любая девушка. Да, слава богу. Но сможете ли вы накрасить губы красной помадой без использования рук и без зеркала? Да! Я смогу. Ногой. Я бы посмотрела. Ногой! Если бы ты этот челлендж выполнял, это было бы гораздо интереснее. Но я не знаю, я не пробовала, кстати. Ой, это будет круто. Наська. Ёбаный рот. Смотри, как она. Давай. Давайте, поехали, за 20 тысяч. Блин, у меня еще 50. Да ну нахуй. Да блин, они присылают, типа, какие-то свои умения, да, вот те, которые, ну, не все могут делать-то с первого раза. Да блин, ну это не то, это совсем не то. Да как, да чё, да кого, блядь? Педикюрчик-то не первый свежести, ребята. Ладно, все. Это легко. Это не важно. Главное, что... О, смотри, что ты ногами можешь делать. Господи, боже мой. Хорошо, что помада не толще. Так. Ага, теперь выкручивай. О. Это отвратительно смотрится, да? Ну, как сказать? Ну да, это отвратительно. Давай, тянись, тянись. Давай, я думаю, фетишисты, давай. Конечно, ну, тут фетишисты очень рады, но... Немножко Люба Успенская сейчас. Мне кажется, я не тем занимаюсь. Такое, блядь. Губы жаждут. Блядь. Давай, еще немного. Это невозможно. Красиво. Это невозможно. Это просто невозможно. Да это возможно, блядь. Но это надо тренироваться. Растяжку там, вся хуйня, блин. Ладно, давайте. Тут будет хоть одно нормальное реальное задание, которое даже я бы смог сделать. Ну, если бы попытался, блин. Бокальчик, это значит, что я могу еще и прибухнуть. Это челлендж с маленькой ноткой бухашечки. Ага. Итак, смотрим, цифра 6. Блин, а что нет? Вот надо же, реально, давайте так же сделаем. Только вот, блядь, как я буду все это выполнять? Типа, это реально для стрима хорошая идея. Вы, как зритель, записываете видос. И говорите, ну давай, Хесус, выполняй, блядь. А я, в свою очередь, ну, даю какую-то сумму и говорю, вот, 10 тысяч, если не выполню, они уходят этому чуваку. Реально интересная хуйня. Ну, опять же, видите, условия, прислать что-то, ну, более-менее реально, а не вот эту вот, блядь, закинь ногу себе за плечо, короче, потом встань на вторую ногу, блядь, и сделай сальто, блядь. А потом, короче говоря, когда ты сделаешь сальто, приземлись на бутылку, блядь. О-о-о-о-о, блядь. Нормально. Называется «Рисуй на...» А, надо два человека. Бля, Антошу нахуй приглашу, он будет блядь, как сальтуху сделать, дом нахуй развалить. Себе. Всем рэп, меня зовут Антон, мне 21, а вот и Антон. И я мастер татуировки. А чё не все из Петербурга-то, я не понимаю. Я из Санкт-Петербурга, и в целом мое творчество умерло во время карантина. Но так как у меня есть вот это, то много объяснять не надо. Ты понял, что это было? Что это? А, это для тату, что ли? Да. Ты готов к уражу? Ты же еще молод. Блядь, ты сказал, а что ты еще ого-го. Ты похудел, ты красивый, ты богатый. Ты еще ого-го. Ну, такими темпами мы с тобой к концу шоу без денег останемся. Ну я... зато как нам благодарен? Я сделаю это за 3000. За 3000? Да. Я сделаю это за... 8 тысяч. Есть? Сделаю этот челлендж. А. Ну, отлично. Твое шоу, ты мучайся. А если челлендж заключается в том, чтобы я на тебе нарисовала что-нибудь? В Питере делать нехуй. Это будет приятно. Давай. Все, погнали, смотрим. Давай. Мои условия. Самому себе набить татуировку на вашу бру. Блядь, все-таки придется. Че, ебанутые, что ли, саму себе татуировку бить? Ну, заражение крови, блядь, что за хуйню вообще они предлагают? На животе! Вон он прислал. Цветочек. Нет, подожди, ну как я такую татуировку? Это вот это все круто. Я считаю, за 10 тысяч. Блядь, извините. Подожди, ну это огромная татуировка, как я ее нарисую сама себе. Все, отлично. Варианты тату для нас. Отлично, какую будет... И что, она реально это сделает? Два на два тупица, блядь. Да любая даже, самая, даже точка,
Если это, ну, будет сделано неправильно, это будет полной херобой, да, челлендж есть челлендж. Выбери мне, пожалуйста, татуировку вот из этих четырех. Я ее набью сама себе на животе. Выбирай. Короче, понятно. Николя. Пока поработает в руках, чтобы ты привык. А, так подожди. Чего-то, вон она легенькая. Она у тебя пока поработает, насквозь не проткнула. Ну, блядь, конечно, к ней пришел профессиональный татуировщик, все сделал, а и дал ей в руку. Да не, ну... Они бы, когда, знаете, вот эти сальто делали, пригласили бы тренера какого-нибудь, да, профессионального, который бы им такой взял бы их на руки и такой, типа, опа, все готово, блядь. Короче, понятно. Блядь, какой ужас. Так. А как, блядь, иголкой пасты? Ну да. Блядь, а можно музыку еще более пафосную? Он немножко уже из Сочи этот смайлик. Молодец! Какое убожище, это просто... Ты знаешь, что это напоминает? Это просто ублюдство 80-го уровня, Коля, она... Тогда следующее задание. Звезды, бабки, ставки готовы. Все, погнали дальше. Фу, тебе нужно выпить, Коль. Кстати, по поводу... Мне нужно тату. О, троечка, уже было. Троечка. Нет, не было. Нет, не было. Она без напитка? Без напитка. Без напитка. Так, смотрим. А, без воды. Давай познакомимся с Соней. Все. Привет, меня зовут Соня, мне 14 лет, я живу в городе Москва. Собственно, познакомились с Соней. Да, познакомились. Соня, круто. 10 тысяч, я дал 10 тысяч. Так, 10 тысяч. Но ей 14 лет, она в свои 14 вряд ли может что-то прям какие-то делать невероятные вещи, да, которые невозможно повторить. А, поэтому даю 14 тысяч. Я выполню этот челлендж за 11. О, я дал больше всего. 12. Так, и чё? 13. 16. А? Выполняй. Да, сука! Всё, смотрим челлендж. Оху, пусть Коля делает. Подожди, чё? Это первый. Чё? Выполняй. Да, все, смотрим челлендж. Мы берем бутылку. Бутылку взял. Это первый шаг. Нужно будет ее не разливая попить. В общем, берем саму бутылку. Это первый шаг, второй. Берем ее в рот. Подожди, блядь, еще раз. 16. Выполняй. Да, все, смотрим челлендж. Мы берем эту. То есть... Это первый шаг. Бля, я попил, кстати. Нормально у меня получилось. Бутылка, конечно, не полная, но у меня получилось, я это сделал. В рот, я ее в рот, да, и не пролил. Не видно. Да, блять, я выпил, алло. Она причем не полная. А если бы она полная была, мне бы даже наклонять ее не пришлось. Сука, у меня же рука хрустнула. Так, ладно. Нужно будет ее не разливая попить. Ну, ладно, это легко. Это первый шаг, второй. Звук из Майнкрафта был вроде, не? Ее в рот, теперь нужно будет с разбегом сделать кувырок. И не пролить ни одной капли. Если прольется одна капля, то все. Вот это вот. А, это я сделаю. Не, я бы это тоже сделал. Ну, блядь, я здесь такое не сделаю. Ну, во-первых, это минус зубы могут быть. Да если ты неудачно кувыркнешься. Причем передние. Мне, конечно, все равно там, да, брекеты нужны. А так, кстати, у меня как раз кривые именно передние зубы. Если я их в это самое, да. Мне просто ставят новые прямые. И нормально, бля. Ну в рот я уже засунул эту бутылку. Значит, половина челленджа я выполнил. Серьезно? Серьезно. Сначала первый шаг. Вот так? Попить? Так это ж изи, блядь. Было! Первый шаг выполнен. Переходим на второй. Я ничего да, не давай разве. Второй шаг. Второй надо вот, идти. Вот такие вот надо челленджи присылать. Делать. Давай. Это еще нормально. Браво! Браво! Я это сделал! Ты мне даешь 16 тысяч. Зачем нужны брекеты, если можно выбить зубы и вставить новые нормы?
Кейквейт. Вы молодец. Пониже. Спасибо. Спасибо. Ты ну давно да в шоу-бизнесе? Я не в шоу-бизнесе. Кольная над... шоу-бизнесная Настя Иблеева. Так, следующее. Над шоу-бизнесом. Тебя работает. Слепой дуэт. Знакомимся, вернее. Может, сначала бухнешь? Всем привет. Двое меня бухали. Зовут Амир. Меня Зиля. Нам по 15 лет. Мы двойняшки. И мы с города Елабуга. Этот челлендж мы назовем Елабуга. Трюк с закрытыми глазами челлендж. Трюк с закрытыми глазами челлендж. Мы должны вдвоем это что ли мы делать? Должны делать его вдвоем. Соответственно, прибухиваем вдвоем и делаем его вдвоем. Давай. Ну, сколько, да. Давай. Мы же не знаем, выполним мы этот челлендж или нет. Я за этот челлендж ставлю. Челлендж. Они приятные ребята такие, слушай, да. Я поставила бы пятнашку. Вот даже вот прям пятитысячными хочу поставить пятнашку. Давай сработаем как команда сейчас. Давай. Просто. То есть мы сначала бухнем, да? Да. Давай быстрее, блядь, чего вы, сука, тянете-то постоянно? Я ради... Нет, ну... Оля. Давай, наливай. Я с тобой гимас. Все. Идем. Да, даже кока. Ой, блядь. Давай, наливай. Вот это она, мне кажется, что же здесь такое, вот... Цензура, эх, а так хотелось понять, что они пьют, так хотелось узнать, эх, совсем не знаю, что же это, вот, ничего вообще даже не, нет, даже не напоминает. С тобой гермастер. Все, давай. Идем. И он даже ничего не сказал, что это такое, я гермастер, ой, то есть, ой, блядь. Да, даже то... Кока-кола. Это Кока-кола, отворачиваемся. Кока-кола, а, это сок, это виноградный сок. Смотрим. Что за гадость у вас? Ну, естественно, Коля, блядь, Коля, этот егермейстер стоит 500 рублей. Это не твои напитки, блядь, за 50 тысяч долларов минимум, наверное, которые ты употребляешь. Коля, блядь, забыл, куда пришел, что ли? Алло. Жди, дай, ничего не вижу, ой. Это обычно работяги пьют, блядь. Вот смотри, как обычные люди живут, Коля, блядь. Вот имей в виду, нахуй. Уже выиграл. Настя. А он вообще не пьет алкоголь? А, ты с ним знаком, наверное. Эх, как хорошо, да руки твои целовать. Нет, это вода. А, вода? Да. Да что-то воды не хочется уже. Смотрим челлендж. Смотрим, да. Для этого нам понадобятся повязки для глаз какие-то. А зачем они цензуру делали, если в итоге все равно сказали название? Наверное, для Ютуба, да, чтобы не забанили, ну ладно. Эй, бля, что это было? Коль пошутил. И хороший напарник. Я хороший напарник. Это ты, мальчик, я девочка. Я сберу, значит, ты присаживаешься и меня переворачиваешь. Все. Легко. Господь. Я бы с Антошей такое вообще изи сделал. Антоша был бы вот в роли... То есть, что выполняет она, а я этот, короче говоря. Господь, блядь. Господь, блядь. Какой Господь? Тут... Я хотя бы тебя почувствовала, нет, Коля. Нет, мы не так стоим, смотри. Ты... А, ну да. Блин. Два, Басков один. Потерится. Только своим бабушкам не показывайте этот видос. Это как, знаете, вот Ивангай, когда... Да, он и сейчас, собственно говоря, вроде не матерится в видео. Ебать... Следит, палит, блять, кто это. Да, короче говоря. Ну, раньше там, там, если что-то, какой-то намек на мат, там в комментариях. Ваня! Ты что? Вот да, и если ваша бабушка это увидит, у нее такое лицо будет, как у этого смайлика синего, блять, где рот открыт. Николай! Как вы? Николай, вы что? Один. С Богом. Иду. О, блядь! Какая ты! Ну опять, блядь, вытекнулся, сука! Давай! Раз, два, три! Блядь! Опять! Сука! Ну ты корова! Ну, блядь! А давай смотри, если... Коля, это просто невозможно! Да, блядь! Что за харассмент? Так, Елабуга, Амир, так они Заиля, ничего не сделали? 30 тысяч рублей. Баска, 15... Чё, блядь? Они даже не попытались-то. Сделать это как-то поаккуратнее. Пиздец, два раза кувыркнулось и всё. Ну и в чем интерес тогда? Они же даже не пытаются. Челлендж-то включи.
вот в такой позе остаемся. Нацелился. Разбегаем как. Очень маленькая дырка. Ой, то есть. Так это я один делаю. Это ты один делаешь, я просто стою рядом и тебя... Бля, я думал, Евлеев будет ноги раздвигать. Бля, смотри, ну как это Николай делает, я точно не поддерживаю. Хочу. Поддерживаю. Ваше здоровье. Нет, за ваше здоровье. Давай на Будуршат. Нахуй не бухают, я не понимаю. Кошмар. Вообще я кошмар, иду за зачем папой. Они это пропагандируют? Зачем она у меня? Ты здесь смешно. Ну, я же ей. А, порух, бля, опять порух. Куда я должен попасть-то, я ничего не понимаю-то. Яблочко. Какое? Вот эту. Браво! Блин. Последняя попытка. Да пусть она ноги раздвинет, я думаю, у нее это, в этом больше опыта. Ну, типа. Мы тоже дотронулись. Мы дотронулись? Мы выиграли. Все, тогда мы выиграли. А, да? Мы все. Попали, да. Мы попали. Настя, мы команда. Мы попали, мы попали. Я хочу это в банк отдать. Давай. 20 тысяч отдаю в банк, все. Вот, банк. Падает еще двадцатка. Все. Короче, yes. 25 тысяч готовы получили. Ну вот этот, который Полина нам приготовила. Ну и выполняй. Суть челленджа в том, чтобы прикреплять как можно больше прищепок на ваш язык. Прикрепляете одну прищепку и говорите раз прищепка, вторую, два прищепка и так далее. Охуенно. Ну что ж, давайте посмотрим, охуенно, кто из нас победит. А у меня прищепок нет. А сколько она? Фу, блядь. Я надеюсь, она хотя бы протерла чем-то. Настя, у тебя будет такое еба... Ой. Коля, ну ебаный рот. Ну, блядь, моя бабушка отпишется от тебя. О, все. Потом... Ай, ладно, короче. 7 прищепок, поехали. Говори. Блядь! А ты что думала? Это невозможно! Полина, это правда очень больно. А хочешь, я тебе помогу? Нет? Давай. И говоришь, раз. Сколько лет твоей бабушке? Да, ебаный рот. Бля, я уже не помню. 60 с чем-то. Раз, прищепка. Хуга, идите нахуй. Нет, все, 30 тысяч по линии улетает, а это невозможно. А я сделаю, я сделаю. Сделаешь? Да, я сделаю. Сделаешь? Я сделаю. Это невозможно, это очень больно. Я сделаю. Давай. Раз. Быстрее, быстрее, быстрее! Фу, блядь, слюни. Коля, если после карантина и могло бы быть шоу, то только... А, плюс корона, нахуй, теперь. Такое, понимаешь? Мало ли, чем они там измазюкали эти... Мы сэкономили! Сэкономили! 30 тысяч рублей тебе отдали! Коля любит садомаза, да. Я тебе скажу. Я тебе сделал подарок. Я сделал за тебя, чтобы ты... Считаю, что... Ой, бля. Ну, короче, спасибо за новую идею для стрима, конечно, да? Только я не знаю, это же, блин... Короче, это все сложно организовать в том плане, что... А вдруг у меня не будет какой-то, да, штуки, которая нужна будет для выполнения челленджа? А вдруг у меня не будет того 5-10, короче говоря, и так далее, и тому подобное? 15 лет, и я из... Ну, висит и висит, что бубнить-то, сейчас, блин, сейчас я вам покажу челлендж, который вы должны будете повторить. Поехали. Сколько ставишь? Алиска, ставлю тебе 30-ку. 15, я ставлю 35. 17, 40. Выполняй. Суть заключается в чем? Вы должны взять любой кроссовок. Тебе выполняет. Лечь, да, на пол. Ага. Либо любое другое место поставить его на ногу. Вот. И перевернуться. Не уронив кроссовок. Если ты его не роняешь. И обратно. И в другую. А потом выбирать. Да шувкайте-то, я, сука, даже на это внимание не обратил. А вы там на жопу смотрите, блин. Только после вас я уже такой, а, да? Может, попросишь кого-то из модеров выбрать челленджи, и они скажут, что надо будет купить. Ага, блядь! И в итоге модеры... Ой, блядь, ой, что это? А мне нужны шорты. Давай не здесь, Коля. А. Модераторы, стоп, здесь не спамьте. Мать? А чё мне маму не радовать?
Мам, это вот у тебя был день рождения для тебя. Филипп Лэйн, шорты. Какой модный. Твой день рождения, он самый лучший. Так любой может петь. Без сомнения, отличный настроение. А какой промокод? А промокод Хесус, Хесус. Хором, в твой день рождения. Понятно, почему я золотой голос России. Мама, дайте поцелуй. Какой нахуй золотой голос, ебать? Алё, Вася, блядь, Алёша, нахуй, иди отдыхай просто, ебать. Да, золотой он голос, блядь, чё ты мне тут рассказываешь? Золотой, нахуй, какой ты, блядь, золотой? А я тогда кто, блядь? Я вообще тогда платиновый голос, нахуй. Где алё, ебать, Алёша, нахуй? Алёша, блядь, алё, я тебе сейчас такой... Валёша, блядь, Алёша, нахуй, я тебе сейчас такой покажу, блядь, ты охуеешь, блядь, дорогой ты мой друг, блядь. Да, золотой голос говоришь, ага, конечно, попизди, блядь, ты вот это слышал, да, это шедевр, блядь, а я Алёша, блядь, понял, да, всё, да. Так что давай, нахер, дозревай, иди, блядь, Васков, ты уже всё, бабушки, нахуй, твои фанатки, блядь, и всё, да. Ну да, получается, золотой голос, блядь, если бы был золотым, то молодёжь бы тогда слушала, тебя, нахуй, никто не слышит, твои бабушки, блядь, и всё, да. Да, я, блядь, всё. Ну, вы поняли, короче. Мама для тебя. А, кстати, ты купила маме раковину? Так что, в итоге-то выполнил, нет? Так я же певец, а не гимнаст. А можно приклеить? Блять. У тебя вторая попытка пошла. А я могу вот так держать ногу? Да, держи, ты можешь. Подожди. Я понял. Ну, что? Ну, это реально нереально. У меня стопа не выворачивает. А ты выверни. Нет. Да посмотри, это же надо быть девочкой, чтобы такое делать. Окей, хорошо, я тебе покажу, блядь, ну, что для этого не обязательно мне быть девочкой, смотри. Выворачивай. Как красиво все. Так это что, получается, ты мне денег должен? Блин, ну, какой у нее размер ноги? Метра два, наверное. А то, что я увидел, я точно тебе должен. Получается, я забрала челлендж себе, и эти деньги отправляются... Пополам. И, Алиса, тебе 15 лет, и ты получаешь 20 тысяч рублей. Рублей. Как много, блядь, тебе 15 лет, и ты получаешь, он еще так... И он бы еще спел. 20 тысяч рублей. Ебать, мелочь. Это крутой челлендж, да, спасибо. Это правда. Так... Внимание! Это много. Я скажу так, друзья. Это хуйня, ребят. Ну что, серьезно. Хорошо, если вы говорите, что это много, да? Чего вы купите 20 тысяч? Это сколько раз ходить в магазин? Раз, два, три, четыре, пять. Пять, восемь, десять раз. Много это 20 миллионов. 20 тысяч сейчас в наше время на эти деньги ты, блядь, мало чего купишь. Да я не зажрался, но по факту же мало. Алло, ебать. Ну это реально мало, на эти деньги, там, я не знаю, месяц ты точно не проживешь. Значит, это мало, все. Не, ну если тебе 15, и ты все, что покупаешь, жвачки по рублю, наверное, это много, да, для 15-летнего ребенка это, наверное, много, блядь. Потому что тебе как пиздюку нужно? Мороженка, жвачечка, блядь, и все. На полжизни хватит. Присылайте свои челленджи, потому что это звезды, бабки, ставки, шоу. Мы покуражились как мы... Да, все, давай. Я хочу пиццу, я хочу сожрать пиццу. Очень вкусно, очень-очень сочно. Дайте две, дайте три, дайте все, я сожру здесь пиццу.